Другим темам. Летний кинотеатр, аллея голливудских звезд и легенды советского кино. На один день территория санатория «Перекоп» превратилась в съемочную площадку. Главными героями стали сотрудники Кирово-Чепецкого предприятия компании «Уралхим». Как в этом году отметили День химика, увидела Ксения Фрик. Знаменитые буквы «Голливуд» и «Аллея звезд» сразу привлекли внимание гостей праздника. В этом году тематикой Дня химика стали фильмы от зарубежных до советских. Посетите, пожалуйста, настоящий кинотеатр с настоящим последним действующим кинопроектором в области. Будет демонстрироваться фильм «Отряды грызунов и зайцеобразных». Посмотреть ленты известных режиссеров и не очень можно было в летнем кинотеатре. Для любителей селфи подготовили фотозоны. Чарли Чаплин приглашал гостей праздника в мир черно-белого немого кино. А на этой площадке организовали средневековые игры. Каждый мог пострелять из лука и сразиться с викингами, о которых тоже снято немало фильмов. Это объединяет, конечно, это очень здорово, приятно. Приятно, что это всегда на свежем воздухе. Для детей очень много направлено. Для детей и детям интересно. На День химика уже по традиции пригласили не только сотрудников предприятия, но и их родственников и детей. Под песни советских фильмов герои «Кавказской пленницы» учили танцевать твист. На профессиональный праздник с особым уважением пригласили и тех, кто уже давно на заслуженном отдыхе. Нас не забывают, а это ведь главное, правда? Когда нас помнят, что мы ведь много сделали все равно для завода минеральных удобрений. И большое спасибо руководству. Но я родилась в семье химиков. Работала на заводе 30 лет. Завод остался для меня родным. А сегодня я всем жителям города желаю отдохнуть, повеселиться. Не оставил без внимания и приехал в Перекоп глава Кировской области Игорь Васильев. Вместе с руководством предприятия он осмотрел киноплощадки и поздравил химиков с праздником. Предприятие так активно развивается и в социальной сфере, то есть и восстанавливаются вот здесь корпуса этого пансионата, так сказать, да, где смогут сотрудники отдыхать. И вообще хочется поздравить вот коллектив с днем химика, пожелать надежной работы на многие годы, людям достойной заработной платы, городу хорошей социальной инфраструктуры. И я думаю, что при наличии таких опорных предприятий, как «Уралхим», у нас все получится. День химика, он по-настоящему становится семейным праздником. У нас же химия, она в самом организме. Наше хорошее настроение, оно зависит от содержания эндорфинов в крови. Вот, поэтому химия в нас, химия вокруг нас. И вообще надо сделать, наверное, День химика таким общенациональным праздником. Поздравляю всех химиков с профессиональным праздником. Всего вам самого хорошего. День химика 2017 еще крепче сплотил коллектив, отметили и сами гости. Сотрудники предприятия и их семьи погрузились в мир кино и отдыхали до самого вечера. Ксения Фрик, Николай Шахарбеев, Бюро новостей «Давичи».